здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня мы с вами отправимся на святую гору Афон. Но только путь наш будет лежать не в Грецию, а на Урал. Да-да, вы не ослышались. На одном из отрогов уральских гор стоит знаменитый Белогорский монастырь. Так вот, за его красоту и строгость монашеского устава его и называют Уральским Афоном. О первом настоятеле этого монастыря и пойдет сегодня речь. Архимандрит Варлаам. Личность, прямо сказать, незаурядная. В юности, да и в средних годах был он старообрядцем, то есть православной церкви не принадлежал. Однако всей душой стремился он к истине. Изъездил почти всю Россию в поисках мудрых наставников. На Урале познакомился он с одним православным миссионером. Ох, и сильно они спорили о том, чья вера правильнее. Причем диспуты эти продолжались не один день и даже не один год. То, бывало, загорается православной верой Василий, так звали святого архимандрита, в миру. То вдруг охладевает. Знал он, что в праздник всех святых на Белой горе бывает большое торжество. Съезжается туда множество православных, да и старообрядцы приходят, но стоят в стороне, как чужаки. Так вот, обратился он к Богу с молитвой. «Господи, разреши мои сомнения. Если церковь российская за перемену в обрядах не лишилась благодати, то во время молебна на Белой горе пошли обильный дождь на землю». Вы помните, конечно, что День всех святых бывает в начале лета. На Урале это очень знойная пора, и дожди там – редкость. И что же вы думаете? Именно во время молебна на раскаленную землю пролился сильный дождь. Духовенство изрядно промокло, но зато в душе Василия Коноплева все ярче разгорался свет истинной веры. Он решил всю оставшуюся жизнь посвятить посту и молитве, дабы загладить грех отступничества от православия. Потому попросил он иночества и стал усердным монахом Варлаамом. А когда на Белой горе был учрежден мужской монастырь, Варлаам стал настоятелем обители. Всего каких-то 25 лет просуществовал Белогорский монастырь. Но за это короткое время снискал славу и уважение у всех окрестных жителей. Что же прервало в нем монашескую жизнь? Вернее, кто? Да большевики, конечно. В 1918 году сильно зверствовали они на Урале и разрушали все, что попадалось им на глаза. Когда так называемые «красные бойцы» ворвались в Белогорский монастырь, то архимандрит Варлаам мужественно вышел им навстречу. «Я настоятель, я за всех отвечаю», — сказал он. «Иноков моих не трогайте». Но разве могли слышать что-либо человеческое эти одичавшие от своего беззакония разбойники? Устроили они в обители самое настоящее побоище. Раскаленная земля теперь оросилась не обильным дождем, а кровью ни одного десятка монахов. У самого архимандрита чекисты требовали отречения от веры. «Да нет уж», – бесстрашно ответил он, – «слишком дорого она мне досталась, чтобы вот так просто от нее отказаться». Тогда решили они устроить над отцом Варлаамом некое подобие суда. Повезли его под конвоем в ближайший уездный город. Но по дороге туда их объял новый приступ неимоверной злобы. Так что никакого суда не было. Архимандрит Варлаам был расстрелян в таежном лесу. Так бывший раскольник стал мучеником за православную веру. Церковь прославила его в лике святых вместе с другими убиенными иноками Белогорского монастыря.
Сейчас, кстати сказать, эта обитель быстро возрождается. На смену прежним монахам пришли новые. Но память об архимандрите Варлааме с братьей никогда не изгладится из их сердец. Будем и мы помнить о них, а уж они о нас точно помнят. И да хранит вас Господь, мои хорошие.